Всем привет! Угасающий старый солдат — это еще одно существо, которое надо победить, чтобы получить достижение. Он уже стал невидимым, я не успел даже договорить. Давайте начнем с момента, где же он находится и как его найти. Он находится, как вы уже догадались, под водой в фонтейне, недалеко вот от этого телепорта. Еще раз отдалю камеру, чтобы можно было понять, где конкретно он находится. Вот здесь. То есть вот в этой точке я сейчас нахожусь чуть ниже. И, соответственно, он уже начал меня атаковать. Как его можно победить, как вы думаете? Конечно же, с помощью скиллов, которые нам дают вот эти пухлини. Поехали. Так, он стал невидимым, ребят. Он стал невидимым. Я не знаю, он появится или нет, но нам надо будет его ударить куда-нибудь вот в эту сторону, да? Смотрите. Опа, мы оглушили уже. Оглушили, начинаем просто бить. Он, в принципе, довольно слабый. Если уклоняться от его атак. Смотрите, бьем, продолжаем бить, ребят. Ну и уклоняться, естественно. Если попадемся, будет очень больно. Надо понять просто, с какой... Ух ты, он передвигается. А, основная цель понять, с какого места он бьет. Ударили, отлично, оглушение сработало. Один раз мы всего лишь ударили, и он оглушился. Здесь легче его все-таки. Нет, это офигенный скилл, на самом деле, мне очень нравится. Опять продолжает бить. Только в этот раз почему-то он не... Не стал невидимым? Это удивительно. Мы сейчас оглушим его. Оглушим же! Он передвигается, я вижу, где-то здесь. Ой, нет, это больно. Подождите, не спешим. А то мое видео на этом и так и закончится. Все, оглушили, отлично. Мне последний удар надо сделать, чтобы его убить и получить достижение. Жесткое существо. Опять начинает... есть! Вот оно было на ваших глазах только что достижение, которое позволяет гордиться тем, что вы победили это существо. И, кстати, мы даже сундук за него получаем. А я, на самом деле, не ожидал такого. Мы реально получили сундук за его убийство? Не, ну, в принципе, почему бы и нет, как говорится. На этом все. Не забываем подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока!